Да, нужно конкретно лечиться, а не видео всякие снимать. Ой, заболел еще. Еще как заболел. Фу, каждые 15 минут через нос разговариваю. Как ужасно то, что мы не можем кушать дерево. У нас есть что-нибудь покушать. Похоже нет. Нет, нам нечего кушать. А я даже думаю, я полностью этот топорик использую. Да. Хорошо. Вот странно то, что в этой игре еще не появились там ветки всякие. Ведь как тут есть такие большие деревья, это... Блин, походу я не умру или умру. Надеюсь, не умру. Я очень сильно на это надеюсь. Так, хорошо. Пожалуйста, я не хочу умирать. От голода как какой-то бомж. Блин. У меня образование хорошее. Вроде бы. Нет, не хочу умирать. Не хочу, не хочу. О, тут все. Ладно. Стой тут, стой тут. Так, давайте быстрее, пока мои вещи не пропали. Нифига. Да, думаю, со мной одна собачка пойдет, чтобы мне не было так скучно. Зачем я сюда? Вот зачем? Почему я не могу обойти это? Почему я могу именно сюда идти? Вот. Так, уже походу темнеет потихоньку. Часы, по которым я не могу понять, сколько времени, я думаю, забыл. Так что, ну вон, я уже солнце вижу, да. Значит, уже скоро. Закаты всякое такое. Так, с ним главное добежать и пойти домой сразу же. А где свои вещи-то оставил? Ну, это где-то тут должно быть. Правильно, да? Нет, это еще дальше, походу. Тут нафиг я заходил так далеко, а? Ну да, я же не мог пойти в сторону, потому что там березок не было. Это что, еще дальше, что ли? Еще даже до болота не дошел. Да, походу не дошел. Просто ориентируюсь, что там болото, там что-то еще. Да, вот оно болото. Да. Ну и, соответственно, где-то тут должно быть. Так, да, вот тут я копал березки. Вот они тупые. Отойди от меня. Ты мне не нравишься. Так, где мои вещи-то? Иди нафиг. Ну же, где мои вещи? Иди отсюда. А вот они. Нет, 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 нет. У меня есть меч. Быстрее! Пойдете со мной. Ой. Все, брат. Это, наверное, на сложном игре, нужно понять настройки. Мирная, легкая, нормальная. Не, ну до хера криперов. Просто до хера их там было. Ну давай, 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 давай. Что-то там горит. Собачки умеют телепортироваться. Надеюсь, я тоже научусь. А, вот эти, да, голдстоуны, которые я поставил. Они горят. Это хорошо, наверное. Ой, далеко же идти. Да. Что мы перед
записью видео прочитывать сборник анекдотов. Чтобы было веселее. Хоп-хоп. Где нафиг паучок? Так. Давай быстрее. Хоп-хоп-хоп. Не хочу, чтобы мои вещи пропали. Там алмазы. Я сейчас плакать буду. Почему я так далеко ушел? Почему я не могу просто в сторону пойти там, хотя там было? Ух ты, скелет засранец какой. Это я точно помню. Да. Да, это тут. Это тут. Где-то тут. Где-то тут. А, мои вещи. Так. Алмазы? Этот не алмазы. Алмазы хранить. Алмазики. Так, сейчас кому-то я своей братвой кому-то сейчас люлей надаю. Братва, давай им люлей! Они меня сейчас убьют! Братва, спасай меня! Я ведь не успею взять меч, правильно? А крипер не успеет взорваться. Опачка, успел взорваться. Побежал. Давай хотя бы где-нибудь поближе взорвись, а. Поближе это значит поближе. Поближе! Вот это жесть! Я бы сел бы на седло какой-нибудь свинюшки и убежал бы. Вот тут еще эти. Сколько у вас тут может быть-то? Убейте их, пожалуйста. Еще и мою собаку убили. Вообще изверги. То же самое с ними сделаю. Ой, я забыл закрыть этот. Ну ладно. Пойдем телепортить. Оп. Он там хотя бы поближе взорвался. Вернее, поближе умер, ночной шанс. Это так мило. Они вытряхиваются. Вы сами слышали. Так, ну походу там я совсем близко взорвался. Не совсем, конечно, близко, но довольно близко. Я уж постарался. Вернее, я не взорвался, а умер близко. Довольно-таки. Ой. Собачку ударили. Иди нахуй. Ой, извиняюсь. Я обычно не ругаюсь. Просто это такой момент какой-то. Да откуда вас тут столько? Паучий глаз, я тебя сейчас съем. Так. Пожалуйста, я не хочу умирать, не хочу. Вернее как, я хочу получить свои вещи, блин. Ой. Пока что. Всего одна собака осталась. Изверги. Вообще поставлю на сложности. Идите нафиг. Били мою собачку. Я все маме расскажу. Мне кажется, или это криперы, или... А, нет, кактусы. Это кактусы. Ой. Надо было меня второй раз убить. Вот засранцы, ничего больше про них не скажешь. Надеюсь, там хотя бы мои вещи все сохранить. Ну, ты хотя бы со мной остался. Хороший мальчик. Может быть, и мы ими дать кого-нибудь. Ух ты, вот оно. Вот они мои вещи. Я властвую миром. Что-то
Дура, зачем ты это сделала? Или дурак? В общем, не знаю. Просто жалко его. Так, у меня косточка еще есть. Попробуем приручить какое-нибудь существо. Вроде собаки обитали. Вроде бы тут собаки обитали. Да. Не так ужасно. Собачка. Два собачки. Пожалуйста, пусть одного, пусть одного, пусть одного. Прожорливая тварь. Да. Ладно, сделаем на сложные. Нам нужен скелет. Вернее, даже сделаем на сложную. Поскольку нам нужен скелет, который сгорит. Ну? Чё-то я не понял. Чё ждёт-то солнышко наше? Нигде эндермена, интересно. Да. Ну? Ну? Так. Я могу ошибаться, хотя... Не, я не могу ошибаться. Какого черта, где моя старая ферма? Это смешно. Да. Ну. Ну, что, никто не сгорел? Что ли? Да, походу, никто не сгорел. Никто не сгорел. Я только хотел дать имя собаке новой. Её бы называли бы Шарик. Так вот. Эть. Давай я тебя хотя бы отомщу. За свою бедную собачку. Да, это ужасно. Когда твой близкий друг умирает. О, косточки. Пойдем приручать собачку. Ну, надеюсь, две косточки хватит для него. Я очень на это надеюсь. Ой. Еще косточка? Нет, не сказалось. Финюшка. Собачка. Пусть хоть. Прожорливая тварь. Ух ты. А что я вижу? Ух ты, что я вижу тут? Это жесть, что ли? Конкретно жесть, слушайте. Могу ошибаться, но походу это даже не та пещера, которая... Нет, это та пещера, которую мы исследовали. Видите, там сундучок просто. Вон там вот. Да. Что ж, жалко. Да. Ой, я еще и бежать могу. Где там свинья была? Ай, ладно. Свинья тоже пофиг. Стрела. Косточки! Блин. Вот так радуюсь косточкам. Главное, чтобы сейчас я не умер. Это будет совсем паршиво. Я помню, после какого-то патча мы не умирали. Полюбилась. Пошли. Пошли домой, шарик. Пять костей скушала. Вот это... Это Плюшкин, это не шарик, это Плюшкин самый настоящий. Ну, наверняка люди школьного возраста не будут знать, какой-то такой. Да. Хотя, возможно, даже некоторые
более старшей личности тоже не будет знать, это Плюшкин. Так, ну что, сможем преодолеть препятствия? Да, наша база. Фак, ех. Что ж хочешь? У меня нет ничего для тебя. Я так и подумал, что тебя хочет. Да. Не мог еще этого кушать. Да. Так, что мне нужно? Во-первых, нужно отправить стекло. Еще стекло. Нужно отправить песочек. Это так ужасно. Значит, было еще 64 гривны. А она у меня пропала. Так, что тоже еда. Ладно, пойдем, пусть еще кто-нибудь вернется. Идем за мной. Оп. Оп. Давайте маленького-маленького делайте, да. Пойдите уже маленького. Покинем сюда. А вот все. Бегом так. Такой милый. Ой, ну нет. Случайно, конечно, тоже. Так, 64 стекло. Соответственно, сразу же за этим нужно его поставить. Чтобы не было проблем. Так, хорошо. Просто замышательно. Так, 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 так. Прикольно, я так смотрю наверх через двойное стекло. Так, 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 ну вроде как все заделал. Так, ну да, ну тут уже нет, все равно то, что тут нужно заделать. Так вот. Сейчас пока все выкопаем. Да, жалко, что я никакой песенки. Этих всего. Копаль... Нет, и копальщиков этих. Гномиков, знаете, которые так с кирками ходили и копали. Ну и сказки еще, может быть. Да, и диснеевский какой-нибудь. Страшно, странно, что в советской мультипликации не было Белоснежки и 7 гномов. Это как-то странно. Так. Ну, по идее, готово. Можно... когда? Вот что хотел сделать. Сейчас сойдет по тайну. Я буду еще бок расширять это. Так. Оп. Смотрите, какая красивая текстура. О. Да. Красота. Это не есть хорошо, кстати. Да ладно. Конечно. Так, хорошо. Так, мы хитроумничаем. Вернее, я хитроумничал. Тоже можно делать. Оп.
можно все обделать. Я думаю, будет какой-то тайный ход. Компьютер подает, что он так полагает. Вернее, куда? Это фрап там. А мой компьютер жалуется. Не оптимизированный под Майнкрафт. Блин, 4 ядра ему не хватает, правильно? Ожидал.